Всем привет, дорогие друзья. Жизнь в деревне продолжается. Все время строится. Сегодня у меня выходной. И завтра заняться, сделать себе теплотрассу. Как я говорил, уже осень. Сейчас сентябрь на дворе. Наступила осень. Скоро отопительный сезон начинается. Поэтому нужно делать отопление. Вот от этого старого дома. Вот кинул сюда вот теплотрассу. Вкопаю сейчас, вот натянул шнурок. И буду копаться глубину траншею, ну, на ширину штыковой лопаты и глубину сантиметров 50. А потом вот тут вот выйду, получается. Будет две стойки, два стояка, подача и обратка. И войдут в эту стену через гараж. И поворот налево уже непосредственно выйду в кухню. Вот тут вот начну копать. Дом у меня старый. Прямо выйду вот здесь. На этом крыльце, там внутри. И зайду потом в стену. Там еще одна стенка. Это получается как холодная зона. Сегодня, я думаю, выкопаю эту траншею. Значит, что я буду использовать? Пайку 32-ю. Это именно для теплотрассы. Это именно для теплотрассы. 32-я. ПВХ пайка. Фирмы. Что тут за фирма? Фирма Кальде. Это не реклама, это просто более-менее по цене пластик, и недорогой, и вроде хороший. Штрабированная, армированная, но я буду использовать на обратку армированную, а на подачу штрабированную. В принципе, разницы нету никакой. Почему? Потому что закрытая система должна быть, в принципе, одинакова. Ну, то есть отопление под давлением, оно одинаково, что подача, что обратка греет. Ну, практически одинаково, там на пару градусов может. Вот. После того, как зайду 32-й, буду уже использовать 25-ю через батареи, переход на 20-ю. Тут, значит, для теплотрассы опять-таки, чем я буду утеплять. Вот я взял вот такие трубки, утеплитель, они же чехлы на 32-ю, видите. Ну и тут типа кожух такой интересный. Типа защита. Ну, это не суть, не суть. Я, короче, одену вот этот утеплитель, а после чего обмотаю вот этой вот ватой с такой фольгой. Обычный изовер. Типа с фольгой. Фольгой наружу. Замотаю скотчем обычным. Ну, после того, как уже спаяю, разумеется. Начинаю копать траншею. Надо сегодня успеть до вечера. Уже дело к вечеру, темнеет рано. Самое, что я ненавижу, это копать. Мне уже просто вот здесь эта копка. Ну а что сделаешь? Нужно. Вот она уже
Там, где вот я когда-то воду протягивал. Короче, тут еще хватит завтра до обеда рыться, если не больше. Вот там он бетон, его надо убрать. И пенек еще, я вспомнил. Вдруг я захочу туда оставить. Да какой там звенил? Вот, смотри, вот. Вот, смотри. Ну, конечно, подгнил, но его же надо раскрошить как-то. Это топором. А вот, смотри, бетон. Откуда? Ну, откуда? Тут эту трубу надо. Ты набетонировал. Лом нужен, а лом не знаю, где он или у тещи. Ну, тут вообще мусор какой-то. Короче... Посмотри ты на меня, мужчина. Трудно. Да ты что ее криво держишь? Ты еще ее ровно вот так поставишь. Видишь, что ты криво. Ох, кошмар. Мужчина. Молодой человек. Ну что, улыбнитесь, пожалуйста. Как же тут улыбаться, если лето прошло, я ничего дома не сделал. Вообще. Как тут улыбаться? Делай. Лишь и жизнь проходит. Да. Еще и пенек попался, блядь. Прям аккурат мешает пенек. Надо, короче, его победить. Надо бензопилу и подрезать его. А так вроде ничего. Еще и труба здесь какая-то. Утро следующего дня. Проснулся в 9 часов. Вот, сейчас буду пенек этот убирать. Ну, наконец-то победил я корень. Как и не было его. Еле, короче, намучился, часа 3 ушло. Думал, я не побежу его уже. Там какой корешок. Это жесткий корень. Пилил я его бензопилой, это яблоня тут была, бляха-муха. Получается, вверх сгнило, а низ еще нет. Ну и так, получается, уже готовая траншея. 50 сантиметров ровно. Вон земли сколько. Все, теперь можно делать магистраль. Так, сейчас я покажу. Вот тут я уже приготовил паяльник. Вон он паяльник, тут уже готовый. Вон они трандулетки, запчасти, муфты, уголки. Короче, муфтами буду соединять, уголками буду поднимать вертикально, то есть выход с траншеи. У меня тут получилось два вида трубы. Не было одного вида в магазине. Одна, ну, все они под горячую воду, одна армированная. Вот тут видно, видите, в торце. На 32 фирмы Кальде. Вот. 110 градусов выдерживает. Она, в принципе, нормально. Вот, короче, 50 на 50. Половина такой, половина такой. Вот. А другая у меня штрабированная. И между собой надо их соединить. Вот видите, одна штрабированная. То есть фольга там внутри. То же самое фирма Кальде. Но это не реклама, конечно. Но она выдерживает чуть меньше, 95 градусов. Но я думаю, что такого не будет у меня здесь. А там горячей такой температуры. Поэтому, в общем, ладно, начинаю я паять это все дело. Сейчас паяльник греется, уже почти нагрелся. И буду спаивать. Паяю, утепляю и кидаю в траншею. И засыплю. Короче, это все надо мне до вечера успеть. Ладно, поехали. Так, оператор будет, моя жена будет снимать, потому что мне неудобно. Начинаю спаивать. Короче, 270 градусов у меня на паяльнике. Буду пробовать. Так.
Сейчас спаяю одну муфту, потом вторую. Надо. Ну давай, чтоб всякая гадость не попадала. 20 секунд считал. Получается 20 секунд посчитал и прекрасно нормально. Раз только. Раз. Надо, длину нужно 6,50, вот влетки у меня не хватает, 4,50 еще, получается 2 метра от мера от этой точки. Это длина теплотрассы. И выводить стояки с траншеи с одной стороны и с другой. Вот это общая длина. 20 секунд плюс-минус при температуре 270, а на улице температура, а сколько сегодня градусов на улице? Сейчас не знаю, утром было 4. Я все время паяю, чтобы вот 2 шва было вот так. Вот это нормально спаяно и внутри. Вон оно. Конечно, оно тут немного заужается, оно и будет заужаться, это ж пластик. Здесь я заглушил. Тут мусор туда пока не попадал. Во. Раз. Здесь можно так одеть. До угла. Раз. И вас. А угол как? Ну, угол разрывать. Они же разрываются. Это все равно потом уже, понимаешь, это пока время. Угол потом отдельно. А тут вот, например, если раз. Это нужен чехол. Для амортизации, чтобы труба расширялась и сужалась, чтобы она играла там. Ну и как утеплить. Тут вообще идут, есть такие вот шов, видишь? Оно должно так руками разрываться, но оно не разрывается из-за чего? Потому что тут пленка. И так вот разрезаю. Раз только. Раз. Свети сюда, свети. Потом это скотчем пройду, а потом уже этим фольгой сделаем. Вот, все, разрыв. Вон тянет, что. Я же говорю, погода нестабильная. Там он, да. Вон, гляньте, какой. Вообще не, главное, не чтоб, должно. Главное, чтобы дождь. Нема. Ага. Главное, чтобы дождь не пошел, да? Да. Ну давай, Наташа. Так а что, с камерой? Да, бери прямо там. Вот, куда ножом? Вот так вот муж издевается над женой. Дубль один. Никто тебя не любит так, как я.
Никто тебя не поцелует так, как я. На, так на меня смотри. Я мерил. Давай двери закрою. Уже не надо. Не надо. Нормально. Блин, аккуратно, оно сгинается. Помогите! Надо Та-да-дам! Подкапывать надо. Может, там, мы же еще подобавляем. А вот там, где бетон, надо что-то подложить еще. Изолировать. Там нормально. Изолируйте меня! Уложили. Все получилось, как я хотел. У меня, Свети, все получилось, как я и хотел, все замечательно. Теперь начинаем это все дело засыпать. Там кто есть еще немного песок, песком просыпаем все дело. Ну, это плохо. Ну ладно, будем вот это, вот эти засыпать. Вот сначала вот так пройдем, между трубой, чтобы она не гнулась, ровно по центру. Вот такую вот. Здесь, конечно, есть камня. Надо это все дело засыпать, иначе он может быть дождь. Хотя я не передавал. Сначала вот так вот все делаем. О, аккуратно. Мы еще потом немного утрамбуем. Жала Наташа, что если не получится отопление в этом году, она меня убьет. Просто напросто. Без свидетелей. Так, ну что, свети на меня, Наташа. В общем, дальше смотреть неинтересно. Это кому оно нужно, это все мы просто засыпем и все. И на этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ролик получился, все хорошо. Все получилось у нас. Я думал, сегодня не получится заснять. Почему? Потому что думал, ваты не хватит. В общем, кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч.